Доброго дня! Я з України. Я рада вас вітати на своєму каналі. Тростиночки, сьогодні ми з вами приготовим тортик за 5 минут. Да, ви не ослышались. Это как раз для тех, таких как я, которые любят сладенькое. И я тортик использую в своей стройности. Но этот тортик максимально правильный. Все ингредиенты, которые мне понадобятся для приготовления этого шедевра, я оставлю в закрепленном комментарии. И также вместо тыквы можно использовать, ну, например, яблочко. У меня тыква уродила. И это очень правильная и полезная клетчатка. Поэтому я ее использую где только надо и не надо. Ну что, давайте готовить. Ну что, девчат, вот такая красота у меня получилась. И скажите мне, пожалуйста, чем не тортик? Можно разрезать пополам, можно не разрезать. Ну и, конечно же, вишенкой на торте будет вишенка. И ягоды, которые я добавила. Сверху у меня еще столовая ложечка сметаны. Но это еще не все. Я еще добавила 15 граммов грецкого ореха и буду себя чувствовать теперь человеком, потому что в первую очередь жиры мне также дадут насыщение, помимо того, что есть белок. Ну что, девчата, стройнее вкусно и полезно. Смачного!